Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Заканчивается июль, и вот только что копнул первый раз морковки, до этого старая еще была, не нужна была. И подумал, а в сущности кончилась у меня и старая картошка. Она имелась в наличии, ну, практически до начала июля, но сейчас все-таки ее благополучно израсходовали. И вот я думаю, можно уже попробовать и молодую картошечку. Это, конечно, можно делать тоже пораньше, уже в июле месяце. Картошку подкапывают, особенно скороспелые сорта. Так что вполне можно сейчас копнуть немного и картошки. Она давным-давно вся отцвела. Вот некоторые кустики уже даже начали желтеть. Вот этот куст даже лег немножко. Ну, это ветром повалило. Картошка дала плоды. Некоторые сорта вот такие вот интересные. По сути, можно и семян собрать, но мне это не нужно. Ну, как бы то ни было, по внешнему виду картошка уже достаточно большая. Ботва приличного размера. И клубни должны тоже быть уже не совсем маленькие. Во всяком случае, пригодные для еды. Много мне не надо для кухонных нужд картошки. Поэтому на один раз, может быть, хватит и одного куста. Ну, подкопнем. Куст довольно большой, поэтому постараюсь сделать это аккуратно. Интересно, конечно, какая будет картошка. Это сорт тулеевский. Так, сейчас, если не ошибаюсь, надо посчитать. Здесь разные сорта. Какой это рядок по счету? Раз, два, три, четыре, пять. Да, тулеевский. Это основная моя картошка. Так, и видно, что, ну, в сущности, клубни неплохие. Уже это старая еще картошка, вот. Вот молодая. Ну, конечно, еще не крупная. Вот такая картошечка. Этот клубень покрупнее. Ну, а копаем картошку окончательно еще в сентябре. Так что картошки еще расти и расти. Ну, пока вроде бы нормально. Сейчас посмотрим, сколько всего получится. Так, вот еще одна. Вот еще. О, так не так уж и плохо. Так, лопатку можно убрать. И посмотреть, что еще осталось в лунке. Молодая картошка пойдет вся. Даже мелкую можно использовать. Дело в том, что ее можно кушать, даже не очищая кожуры. А я планирую запекать картошечку в духовке. Получается довольно вкусно. Вот вроде бы все. Вот это старое, мы ее убираем. Ну, вроде бы ничего не оставил. Так, посмотрим, что получилось. Ну, конечно, это не рекордный урожай, понятное дело. Но в целом картошки довольно много. На раз покушать нам, во всяком случае, хватит. С учетом того, что картошка еще будет расти и расти, я считаю, вполне нормальная урожайность. Сейчас помою и посмотрим ее более тщательно. Вот так выглядит урожай картошки с одного кустика сорта тулеевский в конце июля. Ну, видно, что картошка нормальная. Вот такие вот клубни. Конечно, ей еще расти очень долго, и они будут крупнее. Видно, что на некоторых клубнях имеет место парша. Ну, в целом, парша большого влияния на сохранность урожая не оказывает. Ну, конечно, неприятно, когда вот такие язвочки на картошке. Но тут уж поделать нечего. Какую-то химию применять для избавления от парши не планирую. Регулярно меняю местами участки, где растет картошка. Стараюсь ее выращивать после хороших предшественников. Однако, все равно парша в большей или меньшей степени атакует клубни картошки. Но, повторюсь, особо это не вредит. Будьте здоровы. Всем всего самого доброго. До свидания.